so desperate on my knees to pray. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. I hold on to every promise I've been praying for. Покупка и продажа автомобилей – это не так легко, не так сладко, как может показаться на первый взгляд. Думал, Audi опять сейчас куплю, чуть-чуть поезжу и быстренько легко продам. Но, увы, сейчас мы едем за новой коробкой для Audi опять. В итоге мы сейчас находимся в Audi опять, забрали ее наконец-то. То есть как решился вопрос? Прошивку из моей коробки мы скопировали и залили в новую коробку. То есть мы не стали через удаленный доступ снимать блок, мы не стали менять сами мозги, мы просто подключились специальным оборудованием и, скажем так, перекачали мозги с моей той старой коробки в новую. И в итоге машина поехала, никаких ошибок сейчас по коробке нету. Проехали примерно уже там 50 километров, в разных режимах я ее попробовал, но пока все равно стараюсь бережно относиться. Масло свежее залито, вот только-только залили. Надеюсь, что теперь с коробкой долго не будет проблем. Ну, а мне вся эта эпопея встала примерно в 200 тысяч рублей. Сколько? 200 тысяч рублей. Да ты что, охуел, блядь, сука? Поменяли коробку, масло, ну и так далее. В общем, расходы набежали. С учетом, что работы мне проделывали по, ну, таким очень лояльным ценам, потому что помогали товарищи в ремонте данного автомобиля. Опять же, мы поставили контракт, потому что это получилось дешевле. Но не думаю, что хуже, потому что есть гарантия на него и так далее. Если бы мы ремонтировали мою коробку, это вышло бы еще дороже. То есть, повторюсь, с учетом лояльных цен на работы, вышло около 200 тысяч рублей. Если делать где-то, наверное, в стороннем сервисе, то вышло бы 1250. А если перебирать старую коробку, то, я думаю,
300 уверенно. Сейчас стоит перебрать вариатор. Вот такие вот цены. Для меня это было на самом деле немножко удивлением. Опять же, там, если сравнивать с японцами. Японцы делают вещи. То там попроще с ценами на коробке. Ну да ладно. Такая вот эпопея получилась. Взял я этот автомобиль. Ну, я думаю, чуть позже, в конце видео я скажу, за какую сумму. Потому что на тот момент я уже его продам. Я скажу, за сколько я взял, вложил. Ну, на данный момент около 200. Нужно продавать теперь, конечно, гораздо дороже, чтобы заработать. Не знаю, получится или нет, но, может быть, хотя бы там выйду в ноль. Но все-таки я думаю, что что-то я с него заработаю. В конце видео я об этом расскажу. Продолжаем смотреть. В конце все новости. На улице сильная метель, а мы едем на героине нашего этого видеоролика Audi A5. Но, возможно, это последнее видео, которое я снимаю из этой Audi. Может быть и нет, но есть вероятность, что последнее. Смотрите далее, и сейчас все сами поймете. Долго еще? Все, все. Ну, все-таки да, я был прав. То, что то видео из A5 было крайним. Мы поменяли Audi A5 на Mazda 6. Теперь мы будем двигаться на японцев. Ну, я надеюсь, недолго. Mazda 6 2010 года. О ней также все потом расскажу. То есть, во сколько она мне вышла, в принципе, и за сколько я ее продам. Надеюсь, что продастся она быстрее. 2 литра, автомат, все простенько. Я думаю, должна хорошо идти. Все, всем спасибо за просмотр. В общем, прям какой-то конкретный итог в денежном эквиваленте в этом видео у меня подвести не получится, потому что опятую как бы я взял за определенную сумму, но я ее не продал за наличку, я ее поменял на Мазду. Ну, Мазда в среднем по рынку там 1 000 000, 1 100 000 в таком состоянии сейчас стоит. Ну, может, чуть дороже, я ее сейчас буду выставлять на продажу, подороже, чем назвал сумму здесь. Поэтому в целом как-то так по Audi получилось, неприятный опыт. У меня уже была A5 до этого, тоже на вариаторе. Я снимал видео, у меня на канале есть, года 2 назад. 3.2 мотор был, передний привод. И я еще тогда говорил, что мне вариатор очень не понравился, но сейчас вот, типа, прям так вложиться в него я вообще не планировал. Ну, повторюсь, у меня как бы на этой A5 ездил не я, ездила мама. Снег, сугробы, возможно, так как маловато опыта. Она где-то, может, перегазовывала, перебуксовывала и положила вариатор, поэтому пришлось им заняться. Как я уже говорил, я его не стал чинить, я поставил контракт. И что самое интересное и не очень интересное, досадное, вот сегодня мне позвонил человек, с кем мы поменялись на Мазду, сказал, что у него коробка встала. Давай по новой, Миша, все хуйня. Гарантия была 2 недели на коробку. А прошло сейчас где-то дней 17. Соответственно, ну я ему как бы все контакты дал. Дальше уже он будет общаться. Получилось как бы... Ну, вроде я тут ничего, да, никакого злого умысла не был. Но, небось, человек теперь думает в плохом ключе. Получилось коряво немного. Что, типа, я ему слил тачку. Хотя я ее не скидывал. Я вложил в эту коробку. Вот мне... Замена коробки вышла в районе 200 тысяч рублей. Без шуток, там, без приукрас. Дорого, дорого своих. Просто 200 штук я отдал. Сейчас у него легла вторая коробка. Я думаю, что, возможно, тоже он на ней перебуксовывал, перегазовывал. Я просто не думал, что такой нежный вариатор на самом деле на них. Но, видимо, увы и ах. Потому что, как вот мы забрали с ремонта, я на этом вариаторе ездил. Несколько, ну, как раз недели две я ездил на машине, все нормально было. Никаких нареканий, там, мама ездила тоже нормально, аккуратно. А когда мы с ним поменялись, я просто видел, как он отъезжал. Ну, мы на заправке заснеженной с ним менялись, он отъезжал как раз и, ну, шлифуя, постоянно буксуя. Возможно, он его перегрел, не знаю.
Если ты смотришь это видео, знай, что тут подставы не было. Как бы честно тебе говорю, ну не знаю, так совпало, увы. Я тоже починил коробку, поставил другую, и у тебя легла эта другая коробка. Ладно, сделаем выводы, двигаемся дальше. По Мазде также будет видео. Расскажу вам, за сколько ее продал или поменял на что. Рынок сейчас что-то не очень себя ведет. Декабрь, видимо, перед Новым годом не особо машины продаются. Как-то еще обменами, наверное, можно, а именно продать тяжелее. Спасибо за просмотр всем. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла. Пока.